Совсем скоро приезжает моя сестра с Питера. Ну, я решил сделать ей подарок. Вот такенная бумага. Да, 100 штук. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале у Хабибульная Миля, и добро пожаловать в новое видео! Я думаю, по названию этого видео вы поняли, что сегодня будет очень классный ролик. Ну и давайте перейдем к делу. Совсем скоро приезжает моя сестра с Питера. Ну и я решил сделать ей подарок, потому что на Новый год я ей ничего не успел отправить, а она мне подарила очень классного пингвина. Это лего-набор. И да, про него есть отдельный видеоролик, поэтому, кому интересно, ссылка будет в описании. Так, ну что, вы готовы? Тогда, раз, два, три. Посмотрите, это целая упаковка жвачек. Их здесь 100 штук. 100 штук жвачек! Кстати, это не простые жвачки, а Love is... Но на самом деле, я их убрал не просто так. Дело в том, что когда я с сестрой ходил в магазин вовпрок, то на кассе там продавались именно поштучно вот такие жвачки. Мы их покупали где-то 2 штуки и шли домой, жевали, и, знаете, они нам очень понравились. Потому что, ну, во-первых, у них очень специфичный вкус, очень классный, и он долго держится. И, в принципе, они очень вкусные, поэтому выбор пал на них. Ну, естественно, я не буду дарить вот так. Алина, на, это тебе, жуй. Нет, я так, естественно, не буду делать, поэтому... Чтобы было больше интриги, я хорошенечко все запакую. Ну и чтобы это дело упаковать, мне понадобится пупырчатая пленочка, еще пупырчатая пленочка, коробочка и еще одна коробочка. Да. Вот такенная бумага. Да, ее очень много. Также еще обязательно нужна вот такая порезанная цветная бумага. Ножницы. Ну и, конечно же, скотч. Погнали упаковывать. Сейчас, короче, берем пупырчатую пленку и заворачиваем. Ну, что-то типа того. Короче, берем маленькую коробочку и заталкиваем в нее небольшое количество бумаги. Я думаю, столько достаточно. Так, дальше берем наше произведение искусства. И так, ну я думаю, влезет. Идеально, просто посмотрите. Все четко, прям по маслу, классно. Теперь берем вот эту всю мишуру и засыпаем. Так, ну я думаю, пойдет. Теперь берем скотч и запаковываем эту маленькую коробочку. Дальше берем вот такую большую коробочку
И кладем эту маленькую сюда. И, блин, мне кажется, это будет прикольная распаковка такая. По краям мы кладем бумагу. Ну и сверху прикрываем. Ну и, конечно же, запаковываем скотчем. На самом деле, у меня есть еще второй подарок для моей сестры, но его вы увидите вместе с Алиной. Но это так, чтобы вам было интереснее смотреть. Всем привет. Сейчас утро, 9 часов, Алина еще спит, и я думаю, самое время подарить подарки. Погнали. Алина, ну там пошли, надо кое-что проверить. Ну, пожалуйста. Алина. Блин, прикольно, спасибо. А здесь что? Да вот ты это сначала распакуй. Да погоди, я аж пошутить не, хотела. Надо вот это сначала. Блин, прикольно, спасибо. Ловишь? Двадцать, что ли? Да, 100 штук. О, да, тебе. Надо все эти коллекции собрать. Объясни. Собирай коллекцию. Угу. Спасибо. А здесь что? Просто коробка? Да? Я так тебе типа, что больше казалось. Если, не дай бог, эта коробка последняя. Это так, так, чтобы интрига была. Там открытка какая-нибудь. Ну, что-то легкое, да? Круто. А прикольно же? Да, лего. Лего браслет. У тебя такого нет? Угу. Угу. Есть. Круто. Попробуй на руку хотя бы, чтобы... Сейчас. Налезет он тебе вообще или нет? Угу. Только потом еще надо всякие узоры там. Давай, попробуем. Хорош.
Здравствуйте всем, уважаемые зрители. Погромче, пожалуйста. Здравствуйте всем, уважаемые... А есть микрофон? Нет. Нет. Здравствуйте всем, уважаемые зрители. Телезрители, теле-ютуб-канала. Сегодня утром меня разбудили очень нехотя. Я не знаю, будут ли вставлены мои крики истошные, истерические. Ну, видимо, да. Потому что я поздно уснула и не хотела вставать. Вообще не хотела. У меня еще спина болела. Я вообще не была настроена на то, чтобы получать подарки. Но получила подарки. Вот. В первой части видео я выгляжу как обрыханка. Но сейчас уже я как бы сходила в душ, накрасилась. Что бы дальше сказать? И теперь красиво и готова показывать вам свои подарки полученные. Это 100 штучек ловысь. 3 штуки я уже съела. Вкусно? Вкусно. Вот, и это браслетик Лего. Который собрала Миль? Ну, я сначала сама собрала его. И Миль сказала, все херня, давай я переделаю. И сделал сам за меня. Что там, каких-то черных штук вставил. Я говорю, убери их, мне не надо, мне надо цветные. Вот, и получилось. Ну, тут мои, конечно, часы с мимимишками. Вот, вот такой вот браслетик. С висюльками, с побрякушками какими-то. Для девочек. 6+. Для девочек. Давайте вместе с вами откроем какую-нибудь... Да ты издеваешься, ты уже 3 жвачки съела. Я еще хочу. Посмотри, сколько тут всяких посланий. Я еще хочу. Вкусные нет, хотя бы там, смотрите, это ассорти, там разных вкусов. Ой, у меня такие ногти ужасные. Я их сама снимала, если что. Если это видео увидит мой мастер маникюра. Читай вслух, что там написано. Ну, типа, любовь — это когда вместе и море по колено. Ну вот, иначе и не скажешь. Как делать превьюшку? Сейчас покажу. Ну, радость и удивление покажи. Да, от меня. Да, сложно делать, согласен. Давай картинку надо красиво сделать.